Ну что, показываю, как я делаю халву домашнюю. Берем семечки, вот тут 200 грамм уже чищенные. Мед, хватит 3-4 ложки. В блендере измельчила семечки. Теперь добавляю сюда мед. Прям вот так я его выжимаю сюда опять в блендер. Все вместе перемешиваем опять в блендере, чтобы все перемешалось. Вот такая получилась масса. Теперь можно добавить еще орешки. У меня вот такие лесные орехи. На сковородку кидаем и их поджариваем где-то минут 5. Переворачиваем постоянно. Я орешки разрезала наполовину, чтобы они хорошо прожарились. Вот у них снимается вот эта шкурка. Ее желательно снять вообще. Можно еще мелче порезать. Можно на 4 части разрезать. Кому нравятся покрупнее орехи, кому помельче, это уже по желанию. В общем, снимаю, я прогрела где-то, да, 5 минут на сковороде горячей, переворачивая их. Теперь вот эту кожицу снимаем и закидываем туда вместе с халвой. Вот так я каждую половинку еще на половинку нарезала. Кинула сюда, здесь, значит, на 200 грамм семечек где-то 5-6 таких хороших столовых ложек меда и где-то грамм 50 орешков. Но это уже по вкусу. Если нравится побольше, поменьше, кому как. Можно грецкие орехи, любые кинуть сюда. Можно изюм кинуть, кому как нравится. Сейчас все перемешиваем. Все, вот такая масса получилась. Теперь берем любую форму. У меня вот такая форма из-под мороженого. Можно любую. И в эту форму прямо это дело засыпаем. Разравниваем. Все. Так, утрамбовываем, чтобы придать форму. И кладем в холодильник на 2-3 часа. Накрываем пищевой пленкой, чтобы он, малюха, подтвердил. Вкусняшка. Супер халва. Я уже делала. Попробовать можно сделать. Понравится очень. Даже Марку понравилось.